44-летняя Яна Рудковская встретила Новый год вместе с 37-летним Евгением Плющенко и тремя сыновьями. Продюсер сняла на видео салют, который семья сделала из петард от Алсу. Светская львица собрала за праздничным столом всех своих близких людей. Яну вместе с мужем и 6-летним сыном Сашей поздравили ее 18-летний приемный сын Андрей и 17-летний сын Николай, рожденный от Виктора Батурина. Семья устроила фотосессию под новогодней елкой. Николай в шапке Деда Мороза позировал вместе с мамой, младшим братом и отчимом. «Мой старший сын Андрей фоткал. Я вас очень уважаю и симпатизирую каждому, кто пережил и вытерпел со мной прошедший год», — обратилась к поклонникам Рудковская. Вскоре после полуночи у дома Яны и Евгения начался красивый салют. Его снимали на видео герои праздника. «Моя семья и дети счастливы. Это счастье. Наши друзья, Алсу и Ян Абрамов, прислали нам петарды. И вот какой салют получился. Саня впервые видел такой красивый салют», — рассказала продюсер. Алсу в комментарии поздравила подругу с Новым годом. В завершении новогодней ночи Рудковская попросила старшего сына сделать романтические снимки. Яна обнимала и целовала в губы мужа. В кадр попал и их младший сын. Саша с улыбкой сидел на надувном тигре. Недавно Евгений Плющенко рассказал о сексуальности своей жены. Фигурист заявил, что у Яны прекрасная грудь и отличная попа. Двукратный олимпийский чемпион купил собаку. Рудковская эмоционально отреагировала на это.